Выходные будут достаточно холодными, а на наступном тыдні знов прийде потепление. У ночь на субботу в регионе магчимо мокрый снег. У день будет переважно без опадков, зато и на особных участках дорог утворится гололедица. Ветер полночный 7-9 с порывами до 14 метров за секунду. У ночи слупок термометра опустится до минус 5 градусов. У день чекается до 2 морозу. У неделю 3 соковика чекается в облачное с прояснениями надворья. Минимальная температура по ветра у ночи складе до минус 4, дзённый максимум плюс 3 градусы. У понеделок 4 соковика будет переважать в облачное надворье. Часам пройдут мокрый снег и дождь. У ночи будет каля нуля. У день чекается до 6 тепла.